И вот мы снова в лесу. Сегодня опять идем собирать грибы. Сегодня жара плюс 25. В лесу так душно. Уже ландыши полезли. Подснежники отцвели. На прошлой неделе мы уезжали, было рано, прошла еще неделя. Посмотрим, что нас ожидает. Ну вот первые два найдены. Но уже не очень. Неужели на этой неделе уже поздно? Ну, как всегда, не устают нас радовать и красненькие грибы. Их очень много попадается. А вот того, чего надо, нет. Так, вон, вдали еще один торчит. Да, уже поздновато. Небольшие они. А там еще один. Ну, тут небольшая полянка есть. Старенькие, но попадаются. Еще небольшая у нас кучечка, растут около болот. Эти уже совсем подсохли. Здесь каждая кочка может быть сморчок. Вот, под листьями сидят. И не найти. Вот, красавцы сидят. Вот неплохие экземпляры по своему размеру, по сравнению с тем, что мы сегодня находим. Это даже гиганты. Наверное, самый большой сегодня. Процесс потихоньку идет. Ну, сейчас попадаются по одному, по два. Вот еще нарвались на небольшую кучечку. И половина уже есть. Наверное, единственная пара сморчков настоящих попалась, а не шапочек. Ну что ж, вот и подошла наша сегодняшняя прогулка по лесу к завершению. Я думаю, с нас будет достаточно.